Москва. Работают все... Дорогие друзья, здравствуйте. Вы смотрите программу «Рожденные в СССР». В студии я, ее ведущий, Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы, как и происходит каждый вечер. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – ностальгия.tv.ru. В юности мой сегодняшний гость хотел быть и архитектором, и кинооператором. Серьезно увлекался фотографией, но стал журналистом, о чем нисколько не жалеет, насколько я знаю. А в этом году исполнится ровно 30 лет с тех пор, как он совсем молодым пришел на телевидение. За эти годы многое было сделано, и очень многое изменилось. Но главное, он достиг того, к чему стремился – быть на экране самим собой, узнаваемым, долгожданным и, конечно, любимым. Журналист, телеведущий Владислав Лерковский у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Владислав, добрый вечер. Привет. Я рад, что вы улыбаетесь. Спасибо за коровку. Коровка вам досталась? Коровка. Обычно тут баранки и сушки одни лежат, а вам где-то коровку раздобыли. Коровка. Вот странная вещь какая, а? Вот что значит, у нас человек никогда в эфире в прямом не был до этого момента. Хотя Владислав признался, что бывал в программе, когда была очередная годовщина «Взгляда». Да, и да. В какой-то из наших программ, как телеканал «Ностальгия», вы уже бывали. Но просто 2500 прямых эфиров я провел, и мне странно, что вы не были у меня в гостях до этого момента ни разу. Некоторые гости уже по два, по три раза приходили. Надо было приманить меня коровкой. Я не знал, что вы любите эти конфеты. Правда, не знал. Ну, не то, чтобы люблю, но сердце трогает. То есть вы сладкоежка, Владислав? Ну, вообще, да, я люблю сладенькое. Ну, до тех пределов, когда я чувствую, что пора остановиться. Никогда что, лет-то тебе сколько? Смотришь в зеркало и думаешь, все-таки нет. Ну, при чем здесь годы? Это что, полнит, это что, старит? Один раз живем. Вот именно. Уж коровку-то можете себе позволить. Вот именно. Я когда смотрю на вас в ваших программах, мне кажется, что этому человеку не свойственны вообще никакие дурные привычки. Никакого пристрастия, как у нашего брата-телевизионщика и в актерские братья, к алкоголю, к курению, к каким-то другим вредным привычкам. Вот оказывается. Хорошее впечатление произвожу. Да, то есть я ошибался до этого. Жестоко ошибаюсь. Курил, с этого момента, как говорят... Курил, пил, матом ругал. Я 3 года служил в армии. Можете представить, какой у меня была речь? Да знаю еще, где служили, на Дальнем Востоке, на берегу Тихого океана. Это же, с одной стороны, романтично, да? Как я научился там материться, например. Угу. На телевидении пригодилось? На телевидении, к сожалению, не пригодилось. Ну, бывает, за кадром. Но ситуации постоянно складывались такие, что вот-вот и не выдержу, и скажу это. Угу. Откомментирую. Мне нужно быть осторожнее в данном случае, чтобы вот-вот не вырвалось в прямом эфире, потому что здесь ведь ничего не вырежешь. 617-5197. Поподробнее о моем сегодняшнем госте прямо сейчас. Владислав Лерковский родился 15 марта 1958 года в Башкирии. Окончил факультет журналистики МГУ, отделение телевидения. 2 года проработал редактором-издателем отдела научной пропаганды Музея музыкальной культуры имени Глинки. С 1986 года работал в качестве репортера, ведущего, комментатора, обозревателя в программах «Взгляд», «Время», «Мир и молодежь», «12 этаж», «Вести», «Подробности», «Неделя». Был главным редактором телевизионной службы новостей. В течение 3 лет был собственным корреспондентом и шефом бюро ВГТРК в Израиле, первым постоянно аккредитованным в этом государстве российским тележурналистом. С 2001 года вел новости культуры на канале «Культура». С прошлого года ведущий субботнего выпуска «Новости культуры» Владиславом Флерковским. Также тесно сотрудничал с радио «Эхо Москвы», был автором еженедельных комментариев, участвовал в создании радиоспектакля по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». Профессионально занимается фотографией, открыл несколько выставок, выпустил фотокнигу «Автобиографика». Лауреат общественной премии профессионального признания «Лучшие перья России», национальной телевизионной премии «Телегрант», премии Московского открытого конкурса журналистов «Москва-Медиа». Награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. Все это о нем. Внимательно Владислав выслушал визитную карточку на самого себя. В данном случае согласно кивает головой. Видимо, я ни в чем не ошибся, рассказываю. Немножко похоже на некролог. Начинается. Один раз живем. Это не звучало еще в вашей студии никогда, вот после этого ролика? Что не звучало? Это мысль, потому что это похоже на некролог. Ну, звучало, бывало. Вообще весело. Нет, ну голос весело читает, поэтому спасибо. Не за что.
Жалко, что нет книги вашей здесь с собой, про которую я только что рассказал нашим зрителям. Мы могли с удовольствием показать, а, быть может, даже и презентовать за наиболее точный и правильный ответ, поскольку у нас есть традиция. В начале программы наши гости о чем-то спрашивают зрительскую аудиторию, задают вопрос, желательно связанный с той нашей жизнью, с прошлой, с ностальгией каким-то образом. О чем спросим, Владислав, сегодня? Давайте я спрошу вот о чем. Один вопрос я задам всей стране, так. И один конкретно жителям столицы. Можно так? То есть два будет вопроса, да? Годится, да? Хорошо. Значит, вопрос, который всей стране, он такой. Когда и где? Нет, когда это сложно, это я и сам, наверное, не вспомню. Mm-hmm. Где Леонид Ильич Брежнев поднял глаза на аудиторию и сказал: «У меня дома до сих пор стоит холодильник у вас такой ручкой». Это ЗИЛы были такие, да? Вот что-то такое. Второй вопрос, который только для москвичей. Все свидетели последних событий возле Третьяковской галереи на Крымском валу, где очередь на выставку Серова. Да. С потасовками, со сниманием дверей из петель. Удивительная что-то штука, немыслимое. Да. Вот у меня вопрос жителям москвичей. На какую выставку? И когда, может, кто-то все-таки вспомнит, когда была абсолютно такая же, даже, по-моему, покруче была очередь. Угу. На самом деле их было две или три, но вот одна просто сумасшедшая была очередь. Ну, просто там была конная милиция, не было потасовок, термосы и бутерброды приносились дома. На выставку Серова прикатили, знаете, полевую кухню, кашу или нет. Тогда, конечно, такого не было, а просто конная милиция следила за порядком. Итак, два совершенно разных вопроса от Владислава прозвучало. Вот что значит профессиональный журналист у меня сегодня. Может быть, их могло быть и больше, слава богу, что два, друзья мои. Первый вопрос о Брежневе. Когда он произнес эту фразу «открываю холодильник», да? Нет, никогда. Хотя бы где. Хотя бы где была произнесена эта фраза. А второй, вот если вы помните нашу встречу с руководителем Пушкинского музея Ириной Антоновой, то, наверное, быть может, несложно вам будет ответить на вопрос Владислава. А все грандиозные выставки, к которым стояли вот такие очереди, как сейчас на Серова, они были организованы Антоновой. Да. Она в этом смысле великая женщина. Поэтому была. И Джоконду повезли. Ведь Джоконду увезли из Японии. Вы сейчас не подсказываете ли? Нет, это абсолютно другая история. Это не другая история. Но, кстати, к Джоконде тоже была очередь, дай бог. Но это было гораздо позже. По-моему, в 80 каком-то году, кажется. Джоконду повезли, она же она один раз в своей жизни, в 20 веке, да, она гастролировала, она была в Японии. И Антонова сумела договориться, что на обратном пути из Японии во Францию, в Лувр, она сделает остановку в Москве. И какой-то сколько-то там дней, я уже не помню, сколько она демонстрировалась в Москве. Ну, Антонова в этом смысле великая женщина. Она женщина, безусловно, великая, и это будет лишь маленькой подсказкой ко второму вопросу для москвичей. А кто знает, быть может, и для тех, кто был в это время в Москве и стоял в этой очереди, про которую спрашивает Владислав. 617-51-97. А Владимир из Волгограда на прямой связи с нами. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Какими были ваши мнения о программе «Вести»? И как вы, по-моему, работали в программе «Взгляд»? И в программе... Как было ваше время? Было смотрите, ваше время? Да. В программе «Взгляд» да, работал. Программу «Вести» я начинал вместе с моими коллегами, нас было несколько человек, которые под руководством Олега Борисовича Добродеева создавали первые «Вести». Вы, наверное, их имеете в виду, да? Наверное, первые «Вести», потому Владимир. Что я в «Вестях» проработал вот первые 6-7 лет. Вы уже сами себе чайку налили, я да, сам спасибо. Себе. А потом это уже были другие «Вести», совсем другие. Сейчас это уже другая программа. А те «Вести», какое мое мнение? О тех «Вестях»? Какое мое мнение? Какое ваше мнение? У меня, я испытываю чувства к той программе, подобные тем чувствам, которые испытываю к моему дому номер 22, квартира 50, в которой я вырос в городе Баку. Это вот как такая родина. Это моя там телевизионная, это моя телевизионная родина, где было мое профессиональное становление. Мое начало карьеры – это была молодежная редакция, главная редакция программы для молодежи Центрального телевидения. А следующим моим домом, родиной роста, это была вот программа «Вести».
с 91 по 97 год. Ну и программу «Время» тоже можно вспомнить, потому что уже на закате Советской империи Меньше двух лет я там проработал. Ну, как раз финал, да, нашей вот советского периода времени. По сути, финал. 89-й, 90-й год, да? До 1 января 91 года мы были сотрудниками программы «Время». Мы сегодня, кстати, должны всех Татьян поздравить, конечно, поскольку и всех студентов заодно поздравить, поскольку сегодня такой день, день Святой Великомученицы Татьяны, покровительницы всех студентов. И вот одна из Татьян, близкая и родная, по, как это сказать правильно, по телевизионному, карьерному, творческому духу для Владислава. Про Меткову я говорю, конечно, с которой вы и вели программу «Время» какое-то. Мы с ней вели программу «120 минут» она называлась. 120 минут. Утренний. Это как утренний канал. То, что сейчас называется утренним каналом. Угу. Она называлась сначала 90 минут, потом ее расширили до 120, она стала называться 120 Вы просто минут. За кадром мне поведали про какую-то историю, которую Таня уже рассказала. В эфире, связанная с вами. Да? Вчера была программа на Первом канале с Андреем Малаховым. Было много знаменитых Татьян. Среди них была Таня Меткова, которая рассказала конкретно вот именно эту историю, связанную со мной. Может, кто-то не слышал, может быть, коротко расскажете? Это была такая благородная история. Был прямой эфир, так же, как у вас сейчас. Так. Был прямой эфир. Программа «Время», утренний канал, прямой эфир. Мы пригласили певца, который до сих пор хорошо известен, Никита Джигурда. Певца? Вы его певцом называете? Ну, тогда мы его считали певцом. Никита Джигурда, который нам должен был спеть то да сё, в основном под Высоцкого. Тогда он стал знаменит тем, что он исполнял очень похоже на Высоцкого. Мы его решили пригласить. Руководство не возражало. Мы его пригласили. Договорились о том, что он споет там 2-3 песни. Споет. Он пришел. Мы с ним весело поговорили. Я, Таня. Он спел 2-3 песни. Но что-нибудь свое-то не из репертуара Владимира Семеновича. Сегодня-то особенно его имя звучит. Сегодня, 25 кстати, января тоже, да. И его день рождения. А это чуть ли не было, это было чуть ли не так же вот в его день рождения. По-моему, это было как раз тоже зимой, возможно, январе, возможно, 25 числа. Ничего, я сейчас об этом подумал, потому что поскольку, а с какой стати мы звали Джигурду, в отсутствие живого Высоцкого, хоть кто-нибудь спел бы что-нибудь как он. А тогда это первое имя, которое приходило в голову. А вот Джигурда поет, как и Высоцкий. Я думаю, что как раз вот мы его и позвали. И так вы попросили что-нибудь из собственного исполнить. Может быть, что это, да, вот как раз сегодня было, 25 января. Ну, говорим, да, спасибо. Ну, может, все-таки что-нибудь еще споете? Ну, напоследок. Но только что-нибудь свое. А то все под Высоцкого. Да что-нибудь свое. Говорит, ну, у меня есть одна песенка, говорит он. Ну, боюсь, она вам не очень подойдет. Говорит, да ладно, что это она нам вдруг не подойдет? Ничего, мы тут, у нас все... Ну, там она с подтекстом немножечко таким, знаете, политическим. Идут, мы с ней раздухарились, Таня говорит. Ну, а что, гласность, 90-й год. Все, у нас давно-давно уже гласность, все, у нас открытые каналы, да. Все, каждый высказывает свое мнение. Пожалуйста, давайте, мы вас послушаем. И он начинает петь. Что там было такого крамольного? Значит, одна из строчек. По России мчится тройка, Мишка, Райка, Перестройка. Ах, вот в чем дело. Частушки пошли. Частушки практически. Да, типа частушек такое, но причем довольно низкой пробы. Мы аж присели. Пригласил его я. Ну, после этого репрессии были неизбежны, и мне было сказано, со мной еще довольно любезно обошлись, потому что главным редактором был Эдуард Михайлович Сагалаев, главным редактором программы «Время», который я считаю крестным отцом по профессии, человек, который всегда держал слово. Вот, он мне сказал, жаль, конечно, мне придется отстранить тебя от эфира, и я тебе скажу, что, конечно, если бы песенка была хороша, то еще можно было бы о чем-то говорить, но песенка-то дерьмовая. Ты это типа на будущее имей в виду, не зови, кого попало. И меня отстранили от эфира. А Таню на следующий эфир поставили по графику. По графику. С кем-то другим. Ее в программе тогда показали с кем-то другим у Малахова вчера. Да. Не с вами. Видимо, да. Да. А Таня сказала, не, если Славу отстранили от эфира, я тоже не выйду. Да ладно, ты что, перестань. Не, я не выйду. Отстранить меня тоже. Она добила, ее отстранили. То есть она из солидарности со мной ушла из эфира. Две-три недели, я не помню сколько. Мне казалось, что целая вечность. Мы не выходили, нас не выпускали в эфир. Тогда была такая манера наказывать – не работай. Считалось, что если тебя показывают по телевизору, это большое счастье, это тебе награда в жизни. Еще ну, какая? Так это так и есть, поэтому согласитесь. Вот тебе наказание, ты не будешь получать эту награду. Угу. И Таня от нее тоже отказалась. То есть вы какое-то время
не работали, получается, да? Не, да, нет, не присутствовали в кадре, скажем так. Надо являться на работу, приходить, уходить, отмечаться там, и так далее. Программа «Время», все по пропускам, все серьезно, все серьезно. При всем моем уважении к Татьяне Митковой, я вот удивлен был другому моменту в ее биографии, в том, что она из «Солидарности» не ушла из того НТВ, которое пришло на смену тому великому НТВ, которое было когда-то. Да. А Татьяна Миткова была олицетворением просто того великого НТВ, согласитесь, да? А потом настало время совершенно другого канала, просто радикально отличающегося от того, что было раньше, да? А Татьяна Миткова снова на нем присутствует. Вот для меня этот парадокс, тем более зная вот эту историю о «Солидарности» сейчас уже. Олег из Москвы. Для меня она осталась решающей. Это понятно. В отношении к Тане. Олег из Москвы. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, если не Джоконда, то выставка 59-го года в Сокольниках американская, где русский народ впервые попробовал Кока-Колу. Ого, интересная какая версия. Но мы до конца эфира будем хранить тайную интригу, а в конце... Нет, вполне возможно, что... Нет, ну я мог бы иметь в виду и эту выставку тоже, кстати, но просто мне тогда был один годик, я бы ее вряд ли запомнил. И жили бы в Баку. А та учить... И Блэл, да, родился в Баку. Годом ранее. Не, родились вы не в Баку, но жили в Баку. Вырос в Баку. Я просто все, да, ну, да, все, да, про вас расскажу сейчас. Угу. А та выставка, о которой я спрашиваю, она, я вот на ней был, я вот в этой очереди стоял, я ночевал в подземном переходе. То есть еще одна подсказка, это случилось позже. Это же Владислав в Москве был. А Владислав в Москве, я подскажу вам, начиная где-то года с 70-го присутствует. Но я думаю, я что не в 13 лет он стоял в этой очереди, а попозже. Еще значит, чуть это позже. Не 70-й попозже, год. Да. Так что мы сейчас подсказываем достаточно много. Тамара из Пензы. Тамара, добрый вечер. А, добрый вечер, Володя. Добрый вечер, добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Ну, Володя, прежде всего, я прошу прощения за тот конфуз, который произошел. Ну, знаете, да когда. Все наизусть знала. И вот так переволновалась, что... что... Так, хочу ответить на вопрос. Ну, вы знаете, я хочу рассказать о выставке. Может быть, я не угадаю, но выставка, которая поразила меня, была в Москве. Это где-то 64-65 год, по-моему. Я ехала из Пензы в Мурманск. В Москве пересадка. В Москву приехала утром. Я уже знала, что в Пушкинском музее идет выставка произведений из Лувра. И, конечно, когда я только вышла с поезда и так далее, села на такси, попросила меня привезти к этому музею. Уже подъезжая, я увидела, что очередь – это квартала два, не меньше. Так что в конец очереди меня довезли. В очереди я стояла, сейчас скажу точно, я приехала туда в 10 утра, вошла я в музей. Это, наверное, было 2 часа дня. Спасибо, товарищка, вот такая... большое. Спасибо, да, вам большое. Спасибо со вам всеми большое, пересадками, да, нам все рассказали, и поезд, и такси. Все это напомнили важно про выставку 59-го года. Теперь напомнили про выставку произведения из Лувра середины 60-х годов. Я не помню точно, когда она была. Да, их было несколько. Их было несколько. Ну, мне, в силу моего возраста, в силу той дистанции, на которой я сейчас нахожусь по отношению к собственному прошлому, наиболее грандиозные впечатления на меня произвела вот только та, которую я спросил. Тем более мы уже уточнили практически дату. Вы примерно представляете, это в каком возрасте, когда это могло со мной случиться, я школьником уже перестал быть. Ну, признаемся, это конец 70-х, я допускаю. Это, да? Середина 70-х. Середина 70-х даже. Так что это не 64-й, не 59-й. А может быть, назвать год? Может, тогда люди просто смотрят название. Мне важно, чтобы люди вспомнили название. Ну, не важно, но интересно, чтобы название выставки. А мне важно, чтобы люди вспоминали год свои тоже, выставки, да, тоже, как выясняется. Год. Нам. Год, кстати, год, я все-таки сделаю небольшие подсказки. Это год, когда было подписано Хельсинкское соглашение, знаменитая третья корзина, гуманитарное сотрудничество всемирное. Хельсинкское соглашение, которое вошло в историю. В мировую историю. Середина 70-х, понятно, теперь Хельсинки уже. А, год мы называть до конца не будем. Теперь вы заглянете в интернет и все узнаете про Хельсинкское соглашение, кто до сих пор не помнит, когда это было подписано. Итак, вернемся к тем этапным телевизионным вехам Владислава. Наверное, давайте будет правильно начать со «Взгляда» прямо сейчас, поскольку я вот сегодня много прочитал про Владислава. А я не совсем со «Взгляда», да.
много прочитал разных интервью и даже узнал о том, что, оказывается, этот человек ревностно относился к популярности тех, кто пришел совсем не с телевидения вести эту программу. Я имею в виду Листьева, я имею в виду Политковского, Захарова, Любимова и так далее. То есть какая-то ревность, оказывается, была к популярности этих людей. Хотелось в дамки. Да? Немножко. Сразу, да. Ну, это вы, конечно, немножко сгущаете краски. Почему? Я им сказал. Да, ну, нужно. Во-первых, чувство ревности мне, в принципе, не свойственно. Легкая, белая, пушистая зависть. Это да. И потом ничего странного не было. Я был как раз в числе немногих, как бы нетипичный, пришедший на телевидение с улицы, что называется. А вообще говоря, на телевидение приходили, как правило, люди с радио, с всесоюзного радио, с иновещания, как Листьев, Влад, как все ребята, да. Дима Захаров и Саша Любимов, они пришли с иновещания. Там Саша Политковский, по-моему, какое-то время работал в спортивной редакции, потом перешел в молодежку, стал работать в кадре, в своей знаменитой кепочке клетчатой. То есть все совершали какой-то путь. Мне еще посчастливилось, я почти что с улицы пришел. Был короткий, получается, совсем. Довольно, да? Короткий. Довольно короткий, потому что это благодаря Кире Паршутинской и Анатолию Малкину, которые меня однажды попробовали, потом отложили, что называется. А через полтора года раздался звонок, когда я уже работал в Музее музыкальной культуры. Надо было где-то начинать работать, а на телевидение не брали. Они позвонили и предложили участвовать в одном небольшом проекте. Я постарался, и меня стали привлекать для внештатной работы. Это культура вас обожает. Но сразу в программе «Мир и молодежь», сразу в программе «12 этаж». Ну, к этому сразу подойдем, к 12 этажам. Это тоже везение, чистое везение. Меня взяли на телевидение как раз тогда, когда там создавались легендарные программы. Именно в ту редакцию, где они создавались. А музей музыкальной культуры и отдел пропаганды этого музея. Так он назывался, отдел научной пропаганды. Научной пропаганды. Научная. Это вот то, что заменяло пиар, да? Там работали 10 экскурсоводов, все женщины. И один мужчина, я, молодой журналист, нужен был журналист, потому что надо было знать типографское дело и выпускать афиши, буклеты, проспекты. Знать типографское дело. А я закончил факультет журналистики, и поэтому мне эту работу предложили. Я с удовольствием согласился. А внештатно? Почти сразу начал сотрудничать. А если бы сегодня вы там работали, то, наверное, это называлось не научная пропаганда, а пиар-отдел каким-нибудь. Да? Сейчас, да. Ну, давайте «Взгляд», а потом или вернемся. Или пресс-служба. Видим Владислава Флерковского во «Взгляде», потом вернемся. Я надеюсь, что это не розыгрыш, и мы действительно в прямом эфире. Если так, то добрый вечер всем, кто находится сейчас у своих телевизоров и, к сожалению, по этой причине не может находиться здесь рядом с нами, во Дворце культуры «Мэлс». А описать то, что здесь происходит, поверьте, весьма сложно. Ну, я назвал бы это царством фантазии, игры воображения, веселья, разных искусств, музыки, красок, невероятное количество публики и страшное напряжение, такое, что можно просто позавидовать стойкости местной администрации Дворца культуры. Вот я просил кого-нибудь из представителей, вот, кстати, по-моему, это один из представителей администрации. Товарищ, один вопрос. Нет билетов, нет. Из всех свобод, которыми может располагать человек, наверное, действительно, одна из самых важных – это возможность свободно выбирать. Рассказ Виктора Губина еще раз это подтверждает. Человек, интервью с которым вы сейчас услышите, также в своей жизни сделал серьезный выбор. Уже сообщалось о том, что для участия в работе Международного фонда за выживание и развитие человечества в Соединенные Штаты Америки отбыла советская делегация. В ее составе член Президиума Академии наук СССР, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Но время скоротечное не позволяет нам оно показать интервью с Сахаровым в данном случае. Но Владислав практически не изменился, стиль остался тот же. А цвет волос? Цвет немножко волос изменился, цвет джемпера не изменился, я имел в виду, что там, что здесь сегодня. Вернемся к разговору о «Взгляде», послушаем Марину из Кишинева, чтобы не задерживать звонок издалека. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, рискну предположить, что без интернета, что вы имеете в виду выставку «Сокровища из гробницы Тутанхамона». В 1975 году было Хельсинское совещание. По-моему, примерно в то же время была выставка. Спасибо большое. Ну, это очень, тепло, говорит Владислав. Да, Марина, если вы нас слышите, я вам желаю всего хорошего и справиться с тем, что у вас там происходит в Кишиневе. Потому что я смотрю текущие новости тоже. Да, мы все смотрим. По поводу выставки, это очень близко, да, близко. Она была не в том же году, о котором я говорю. Это была не та очередь, в которой я стоял. На Тутанхамон я, по-моему, уже и стоять не стал, чтобы маску его посмотреть. Но это очень близко, и это тоже было в Пушкинском.
Вот не ожидал я сейчас от Владислава услышать политический привет в сторону Кишинева, поскольку ну, все, что связано с политической журналистикой, вот опять-таки, читая ваше интервью, вот, если вас назойливые журналисты спрашивают об этом, вы так мягко, деликатно отводите этот вопрос в сторону, дескать, не мое это дело, давайте дальше говорить. Было и было. Именно так. Да. Причем до Кужина, цитата ваша, я смогу ошибаться, но, по-моему, вы выражаетесь следующим образом. В 90-е до рвоты наелись политической журналистики. Потом этого уже не хотелось. По-моему, вот таким было это же. Мы наедались политической журналистикой не журналисты, а народ, которого кормили этой журналистикой. Кормили вы? Они до рвоты отъелись. Угу. Я не знаю, вообще слово противное. Да, я так и сказал? Да, да, представляете. До рвоты. Да нет, ну журналистика любая хороша и любая ценна. Журналистику любую следует уважать или, по крайней мере, принимать в расчет. Вот я бы так мягче выразился. Принимать в расчет. Политическая, 90-е. Культурологическая, спортивная, музыкальная журналистика, разновидностей масса. Будем принимать в расчет. Это работа. Это порой довольно тяжелая работа. Некоторые кладут на нее все. Жизнь, здоровье. Но в 90-е это было интереснейшее время для журналистики, мне кажется, общем, да? Да. Да, что сейчас неинтересно, и сейчас интересно. Сейчас интересное время для политической журналистики. Для журналистики любое время хорошо. Только когда люди обо всем договорятся на земле, вот тогда они всех журналистов повесят, как сказал персонаж из фильма «ТАСС уполномочен заявить». Не помните? Ну, что-то что первое, что сделают люди когда на земле, когда они обо всем договорятся, uh-huh. они повесят журналистов. Можно не комментировать. Uh-huh. А в принципе, до этого момента, когда все люди на земле договорятся, можете писать такое? Я не могу. Вот, я журналистика не хочу. Будет нужна, востребована, будут этих людей будут слушать, читать, смотреть всех, о чем бы они ни говорили. Uh-huh. Об исследовании далекого космоса или о примере в Большом театре. Это все понятно. Я просто вас пытаюсь все повернуть в сторону ностальгических каких-то воспоминаний, в сторону 90-х годов, поскольку, ну, мне кажется, она тогда коренным образом отличалась от той журналистики, которая присутствует сегодня. Драйв был другой, да? Хотя и опасность была тоже. Драйв и сейчас есть. Посмотрите, как работают мои коллеги в новостях. Вы увидите такой драйв, что вам покажется это чрезмерным. Мне не нравится, как работают ваши коллеги в новостях сегодня. Я вам объясню, в чем дело. Как мне кажется, журналистика до развала империи, она находилась внутри системы, но всячески нацеливалась вовне, хотела выйти из этой системы, uh-huh. перестать быть ее частью. Вот. Сейчас журналистика как бы вне системы, там пусто, но всячески стремится в нее uh-huh. попасть. Спасибо. В нее попасть. Кто-то может мне возразить, это журналистика-то сейчас вне системы? Ну, в известном смысле, да, по формальным признакам, по крайней мере. Вы можете назвать кого-то из коллег, работающих в серьезных политических программах, чтобы они там были членами правящей партии или, как у нас говорят, системной оппозиции? Нет, конечно. Практически нет. Угу. Никаких членов партии. То есть мы вне системы. Но стиль работы такой, что, кажется, она вся нацелена, чтобы в нее войти. А членом, нам тоже в нее войти. Членом... То есть другой, это вот как бы другой процесс, обратный процесс происходит. Угу. Тогда из нее, сейчас в нее. Да-да-да, я понимаю, о чем. Вот. Ну и если у меня... Ну, конечно, у меня есть претензии к работе моих коллег. Но прежде всего, ограничусь вот такими признаками. А современная журналистика, на мой взгляд, чересчур криклива. Крикливо. И как-то драпируются. Вот коллеги драпируются. Это словечко, кстати, откуда оно? А, ну, из «Героя нашего времени», все помните, со школы? Uh-huh. Грушницкий имел свойство драпироваться в высокие чувства. Вот это выражение «драпироваться во что-то». Вот современные журналисты все время драпируются во что-то. От этого жесты, пластика, которой не было в 90-е годы и еще и ранее, не было такого. А сейчас вот это драпирование происходит некоторое. То есть, в принципе, меня первое, что бросается в глаза, это манеры, это стилистика. Если я считаю, что можно и нужно говорить о таком понятии, как стилистика на телевидении. Ну, она была в 90-е, только другая. Телевизионный стиль, телевизионная стилистика – это реальный термин, который стоит изучать. Потому что за ним стоят механизмы влияния. Вам преподавать надо, вы лекции не читаете? В какой Владислав? Манере вы произнесете ту или иную фразу, сообщающую вам о положении на рынке uh-huh. труда? Там, не знаю. Зависит от того, как ее воспримет народ. От манеры очень много зависит. Вот манеры изменились.
Тоскуете по той манере и по той журналистике, которая была в 90-е годы? Ну, я не тоскую, я ее... Есть некая себя... ностальгия. Ну, я ее применил, и как бы все, время ушло, сразу все. О чем тут жалеть? Применили вы ее по полной программе. По полной программе, в 21-го, да, августа 91-го года, проезжая на своей копейке, по-моему, по Москве, помните, что говорил народ? У меня была 11-я модель. 21011. Ах, у вас было 21011. 21011, ей было 16 лет. Автомобилю было в 91-м году, и моему автомобилю было 15 лет. Ну вот какой была Москва тогда? Что кричали вам в этот автомобиль? Ну, помните? Кричали мне в этот автомобиль только один раз. Это было 21 августа 91-го года. Про эту дату, да, 21 августа 91-го года. Потому что было жарко, стекла были, естественно, опущены. И мы уезжали из Белого дома один за другим, потому что все, работа закончилась, мы победили. И вот именно эту фразу «Мы победили!» мне кричали в окошко, когда... Ребят, молодцы, мы вас любим, мы победили. Вы победили. Да, типа, да, мы победили. Марина из Кишинева перезвонила, я так понимаю. Марина, добрый вечер. Кто на прямой связи с нами? Светлана из Минска сейчас с нами. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, Светлана, мы вас хорошо слышим. Добрый вечер. Владимир, добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Владислав, большое вам спасибо за вашу фразу. Смотрите новости культуры и будьте здоровы. Очень ее не хватает. Суббота 17:00. Позывной. Да, это я в курсе, но просто каждый вечер. Один раз в неделю. Большое спасибо вам. Будьте здоровы, пожалуйста, сами. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Себя. Спасибо за то, что не задали никакого вопроса, а просто вот искренний позыв был адресовать какие-то добрые слова в адрес любимого телеведущего. Вот я вам вначале говорил, что действительно стал своим для очень многих, стал любимым, стал наполнением того канала, который мы так нежно любим. Вот люди, приходящие ко мне, не знаю, врут или правду говорят, очень часто произносят такую фразу. Мы смотрим только два канала – культуру и ностальгию. И все, больше нечего смотреть. Как вы думаете, правду говорят? У меня есть склонность доверять людям. Угу. В данном случае я не могу сказать, что стоит им доверять полностью от и до. Я уверен, что они краем глазика посматривают какие-то там страшилки на других каналах. Вадим из Брянской области. Вадим, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владислав. Добрый вечер. Значит, Владислав, должен вам сказать, что в интернете очень много выпусков вести именно 91-го года... Выпуска, если можно так сказать, даже с вашим участием есть, так, пару выпусков декабря, там, от декабря месяца, даже видел фрагмент... 22 декабря, по-моему, я вышел в эфир. Так. 21-го. 21 декабря, да? По-моему, 21-го. Когда я сообщил о том, что до свидания, Советский Союз. Да, ну, да. С опрокинутым лицом абсолютно, потому что я сам не понимаю, что происходит. Советского Союза больше нет. Спасибо. 21-е, да? 21 декабря. 21-е. Вот. У меня к вам такой вопрос. Видели вы на себя пародию в передаче «Большая разница», когда вас там изобразили ведущий, когда вас Манучаров изображал? Да. Замечательно, кстати, сделал. Мне очень понравилось. Вам понравилось, да? Да. А я очень люблю хохотать. Над собой хохотать. А вам понравилось? Полезно. Мне понравилось, да. Но хоть без мата и на том спасибо, хотя знаю, что они там могут изобразить. А вот. Голая женщина там сидела. Да, не одетая. Я с ней беседовал. Не одетая. Вот. А вам, Владимир, спасибо большое за передачу. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что дозвонились. Большое вам спасибо. Жаль, что ни на один вопрос не ответили. Хотя я так понимаю, что второй вопрос доминирует пока что. По крайней мере, пытаются люди угадать и нащупать тот период времени и эту выставку. Вот про Брежнева никто. Неужели никто не помнит? Про Брежнева никто и про холодильник почему-то не помнит. Ну, до сих пор станет холодильник. У нас такой ручкой. То есть вы хорошо запомнили, да, где это было сказано? Брежневым? Я отлично помню. Я не очень хорошо помню. По-моему, в 77-м году это было. Угу. Нет, раньше. Это было до 75-го. Это год 74-й, наверное. Ну, бог с ним. Уточняю, это было в Москве. В конце программы, в любом случае, вы узнаете, где это было произнесено. Владислав, я думаю, озвучит правильную, точную версию двух сразу вопросов. А пока мы перенесемся в 88-й год, в знаменитую молодежную редакцию, в легендарную, я бы даже сказал, молодежку. Прямо сейчас, потом вернемся.
Минутку, минутку. Эдуард Михайлович, мы, например, вообще, конечно, даже... очень рады тому, что восстановлена третья грань наших телемостов между первой и второй лестницей. Продолжайте, Слава. Которая пропала. Но я все же прошу, ну, скажем, избегать так третирования молодой лестницы. Не забывайте о том, что им 15-16 лет. Вот и это, сейчас... вот я категорически против такой постановки вопроса. Минутку, категорически. Да. У нас такое хорошо. Ощущение, Слава, да, что будем... лестница, вот эта 15-летняя, нас третирует своей, я бы сказал так, декларативностью. Красивостью фразы. Они уходят, так сказать, вот от прямых вопросов. Понимаете, говорят газетными формулировками. И у нас вообще такое ощущение, что лестница наша, вторая, сегодня, это подобранный коллектив. Это те, кто на собраниях стоят и с горящими глазами. Так, по-моему, они активно отрицают. Ничего не напоминает интонация, манера, темпоритм, вот этот вот драйв, слово я уже произносил сегодня. Вот сопоставляете с сегодняшним днем, если вот про манеру мы говорили, про интонацию, про драпировку мы говорили сейчас, про стиль мы говорили сейчас некоторое время назад с Владиславом. Посмотрите, как живо было тогда. Мало чем отличается от некоторых ток-шоу сегодня. Только темы разные. Ну да. Если придирчиво судить, то, конечно, да, сходство есть. Ага. Сходство есть. Но я вам еще скажу, дело в том, что я сейчас нахожусь на довольно большой временной дистанции от того мальчика, которого вы сейчас видели. И сейчас мы чаще видим на экране тоже как раз мальчиков. А мальчики все нервничают, они все драпируются, они все выпрыгивают из собственных пиджаков и вращают глазками, чтобы произвести впечатление. И, ну, конечно, это сила возраста, конечно, мы были такие. Я тоже такой был. Потом постепенно приходит какая-то степенность, понимание, понимание самого себя в этой роли. Просто, непревеличенное. Просто в одном из интервью Владислав опять-таки говорит, основной недостаток современных нынешних молодых на телевидении... Крикливость. Крикливость и самонадеянность. Самонадеятельность. А мы-то, дальше продолжается фраза цитата, а мы-то какими были самонадеятельными в свои 20-30 лет той же молодежной редакции и не передать, да? Тоже была ведь конечно. Присуща вам самонадеянность. Ну, конечно, мы все жалуемся, что они неправильно говорят. Послушайте, как мы тогда говорили в конце 80-х годов. Мама, не горюй. Недоучки. Недоучки. Николай из Москвы, добрый вечер. После журфака недоучки. Добрый вечер. Николай, да, добрый вечер. Хотел бы предположить по поводу вопроса Леонида Ильича. Так. Ну, судя по ручке, это должно было быть сказано на... заводе ЗИЛ? Совершенно верно. Я даже подсказал. Я сказал, что в вопросе заключена и подсказка тоже. Конечно. Он выступал перед трудовым коллективом завода ЗИЛ. Это был, по-моему, 74-й год. По-моему, 74-й. И тогда, вы же знаете, что Брежнев практически все читал по бумажке. И в какой-то момент он вдруг оторвался, поднял глаза. У меня до сих пор хранится вся бумажка. Да, и дальше снова начал читать наш путь. Это такие вещи невозможно забыть. По-моему, ничего подобного себе уже никогда не позволял. Спасибо вам за правильный, спасибо. Точный спасибо, это правильный ответ. Это было на заводе первого ЗИЛ. Первого вопроса. Это было на заводе ЗИЛ. Я, оказывается, сам не подозревая, подсказал вначале, когда только Владислав показал на ручку холодильника. Рустам из Кишинева. Рустам, добрый вечер. Добрый вечер. Я рад, что Кишинев так активен сегодня. Ну да, я он хочу активен. Ответить на вопрос, вернее, попытаться. В эфире. По-моему, в 74-м году мы с ребятами из общежития ходили на Мосе Пушкина смотреть на Джоконду. Джоконда, я не знаю. Известная версия, была. Да, но мы тоже уже озвучили, мы про Джоконду уже, да, поговорили. Она ехала из Токио обратно в Лувр и делала остановку в Москве. Угу. Это да, это было действительно. Но опять же, уже была названа, по-моему, выставка «Париж-Москва». Выставка картины Лувра. Я вам назвал за кадром про Париж-Москву. Да? Да. Ну, Джоконду упомянули. Я тоже не угадал. Вот осталось практически уже... Да, Тутанхамон упомянут был, да? Угу. Москвы, сокровище границы Тутанхамона. Практически, если не считать еще выставки греческих, тоже это, кстати, было, по-моему... В 79-м, наверное, году сокровища греческие, там были вазы, там вот эта выставка. И вот еще вот последняя осталась, которую никто не может вспомнить. Вспомню. У нас есть 22 минуты, 617-51-97. Есть еще время, да? Да, есть еще одну короткую, небольшую подсказку я могу сделать. Давайте. Да? Да. В названии этой выставки фигурирует цифра 100. Угу. Тихо. Угу. Программа «Время» в фрагментик прямо сейчас, потом вернемся. Нельзя сводить дело национальной безопасности только к военным функциям. У нас сейчас необходимо определить степень реальной угрозы
в экономическом, экологическом, национальном, демографическом, военном планах. Гуманизация вооруженных сил, может быть. Значит, это следующий аспект идет. Гуманизация и демократизация подлинная вооруженных сил. О том, с тем, чтобы статья устава, приказ командира, закон для подчиненного была ограничена и поставлена на правовую основу. Рожденный в СССР Владислав Тверковский у меня в гостях сегодня. И вот это, по-моему, год 90-й. Мы вам сейчас показываем фрагмент программы «Время». Да, пытался вспомнить фамилию этого майора. Лопатин. А, точно, Лопатин. Майор Лопатин, точно. Да, это Владимир Лопатин. Интереснейший был мужик, и я с ним беседовал несколько раз. То есть вы не только вели, но и репортерская работа тоже была. Ну, обратите внимание на его фразу, что вопросы национальной безопасности не могут сводиться только к решению военных вопросов. Да, и вот сейчас я, почему мы так шутим, он был такой, Кишинев, ну, не деле, пацифист, это... конечно, поскольку он все-таки военный, майор и так далее, но он был такой антимилитарист, майор. То есть репортерская работа тоже присутствовала, когда были уже ведущим программы «Время», да? Нет, так, саму программу «Время», я не видел, программа «Время» выходила в 21.00. Это флагманский выпуск новостей. Так было, да. Все остальные выпуски назывались новостями, а в 21.00 выходила программа «Время». Ведущим ее я не был никогда. Это вершина. Это вот были Володя Молчанов вел программу «Время», Сережа Ломакин вел программу «Время», Тихомиров, который специалист по космосу у нас всегда был, он вел программу «Время». Многие журналисты, но только... Очень... Нее делали вот такие сюжеты, они, например. Постарше, я все-таки был еще довольно сопливый в это время. Угу. То есть мне было 30, около 30 мне тогда было. Слушаем зрителей, Роман из Москвы. Роман, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Вячеслав. Владислав. Владимир. Я хотел бы попробовать ответить на второй вопрос. Это выставка 1976 года, посвященная 200-летию Америки. Нет. 100, цифра 100. Я дал подсказку, там и цифра 100. Спасибо за интересную версию. Мы сегодня много узнаем о 70-х годах, какие выставки проводили с Эмили Аншлаг. Нагима из Питера. Нагима, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, благодарим за интересную встречу. Добрый вечер. И, может быть, постараемся ответить на ваш вопрос. Да, мы с мужем обсуждали и думаем, что, может быть, это выставка произведений Ильи Глазунова. Нет. Тоже неверная версия. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина у Антонова и Глазунова быть не могло. Ну, интересная версия. Спасибо, вы нас сегодня... Спасибо, иногда, спасибо. Иногда удивляете. 617-51-97 номер нашего телефона. Про молодого мальчика, про молодого человека, как вспоминает Владислав, глядя на кадры. Мы, конечно, покажем и время сегодняшнее через какое-то время. Но мне вот другой вопрос, если совсем про молодого мальчишку вспоминать. Почему ученика 591-й школы, московской школы... Киевского района. Не взяли в архитектурный, о котором он так мечтал? Баллы не добрал. Просто не добрал баллы. Просто одного баллы. Балла. Да, по-моему, одного балла всего лишь я не добрал. Мне снизили оценку по черчению. А я чертил гениально совершенно, потому что меня мама чертила блестяще. Она меня научила чертить. Угу. А я чертеж сдал. Ко мне подошел экзаменатор и сказал: да, все, кончаем. И вот сейчас вот еще одна, а мне реально там одну линию провести оставалось. Ну, сейчас, ну, секунду, а что-то одну линию провожу, и все. Он мне говорит: Ну тогда все. Поставил мне какую-то, поставил эту на чертеже, поставил какую-то метку. Угу. Я провел линию и отдал. Но он успел поставить метку какую-то. И все. И мне поставили четверку. И этого хватило. Это был точно, чертеж был на 5 точно. Угу. И меня не взяли в архитектурный. И в ВГИК тоже, да? Может, это хорошо. Не знаю, хорошо или нехорошо, но в ВГИКе я прочел, что вы прошли блестящий творческий конкурс. И не был незачислен. Не блестящий, а просто в числе нескольких 200 или 300 человек из 700. Из 700 около 100 с чем-то человек прошли творческий конкурс. Так. А потом сдавали экзамен, написали сочинение, половина отсеялась. Сдали еще один экзамен, еще половина отсеялась. То есть тоже не добрали количество нужных баллов? Не набрал. Да? 40 человек прошло. Вот от 700 – 40. Угу. Конкурс был 700 человек на 25 мест. Это вот на операторский факультет? Значит, умножаем 7 на 4 – 28. Операторский. 28 человек на место было. С ума сойти. Ну, какие у меня шансы были? Близкие к нулю? Ну, я не знаю. Я был в числе 40 прошедших все и ожидавших зачисления. Взяли 25. По сумме баллов. Потом я узнал, что там два человека были взяты, зачислены с суммой баллов. Меньше, чем у меня. Ну, в общем, есть еще одна информация, куда вас не взяли. Я уже два перечислил пункта. Архитектурный институт ВГИК. Гостелерадио СССР в 1985 году. Лерковского не взяли, написано в интернете. По какой причине? Ну, во-первых, анкета, наверное, не устроила. У меня там много нерусских в моей анкете. Система так. В общем, надо было, конечно, проколачиваться. Я не очень это умел всегда делать. Так проколачиваться. Просто обивать порог и все. А я этого делать не стал. Наверное, это и моя вина. Потому что я не работал сразу.
Ты журналистика? Сейчас говорить не о чем. Я же все равно через полтора года я уже был на телевидении внештатно, еще через год уже штатно. И все. Моя жизнь на телевидении сложилась, как я считаю, очень-таки удачно. Блестяще. Николай, прошу прощения, Анатолий из Донецкой Народной Республики, да? Вы так представились? Да, Анатолий, да. Добрый вечер, слушаем вас. Рожденный в СССР, живущий в ДНР. Кажется, мне кажется, в начале 70-х, нет, в первой половине 70-х, это была выставка Глазунова с картиной «20 век». Толпа была сумасшедшая. Мне так и не удалось. Я был кратковременно в Москве, так не удалось попасть. Я помню эту картину, про которую вы говорите сейчас, своего однофамильца, но это не то, о чем спрашивает вас Владислав. Олег из Москвы. Вы в Москве были в середине 70-х, говорите? Вторая попытка. Это 100 картин из музея Метрополитен. Yes. Вот. Правильно. Со второй попытки вы вошли все-таки в это. 100 картин из музея Метрополитен. Совершенно верно. И вы действительно стояли в этой очереди тоже, да? Подземный переход между библиотекой Ленина и Кремлем, вот башня, Кутафьей башни, вот этот длинный подземный переход. Вот он был целиком занят. И в одну из ночей я оказался вот в этом переходе, и мы там менялись, что-то писали на ладонях, ездили за термосами и бутербродами. Вот в этом переходе я провел ночь в этом переходе. Ага, потому что ночь. Билеты на эту выставку продавались в кассах Большого театра. А кассы Большого театра находились как раз вот в этом доме, который стоит в здании, который стоит между библиотекой Ленина и Кремлем. Вот там были кассы Большого театра. Все стояли в очередь за билетом. Я думаю, что это одна из памятных, самых там памятных. Там сеансы, по-моему, по сеансам пускали. Вот то, что сейчас Трегулова, кстати, хочет сделать, сеансы ввести, чтобы не было такого столпотворения. Следующий звонок из Москвы. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Анатолий, добрый вечер. Добрый вечер. Да, из Москвы. Значит, я бы хотел ответить вот на этот вопрос, который задан вторым. Значит, я вот считаю, что это было в 1974 году, и происходила выставка французских художников-импрессионистов. Была, кстати, выставка художников-импрессионистов, да. Спасибо большое. Тоже версия не совсем точная, но точно уже прозвучала. Вы, видимо, дозванивались и не услышали. Пока дозванивались, да. 100 картин из музея Метрополитен. Это как раз, что 75-й этот год. Человек не только новости культуры нам доносит с экрана телеканала «Культура», но и переносит нас в ту культуру 70-х годов. И благодаря этому вопросу мы узнали очень много сегодня о тех выставках. Это благодаря 70-х. Телезрителям вашим мы узнали про массу других выставок. Если бы не задали этот вопрос, мы бы не узнали этого. Ну, давайте к новостям культуры прямо сейчас, а потом вернемся. К столетию Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина открыт необычный крупномасштабный проект «Воображаемый музей». Название заимствовано у французского писателя и культуролога 20 века Андре Мальро. Именно он пропагандировал идею создания воображаемого музея искусств, просветительского проекта приобщения широких масс к искусству. Сейчас его назвали бы виртуальным музеем и без труда разместили бы в глобальной сети. Воображаемый музей на Волхонке абсолютно реален. 46 шедевров из 27 крупнейших музеев мира и частных коллекций временно размещены в разных залах Пушкинского в соответствии своему времени и своему происхождению. Рожденный в СССР, ведущий новостей на телеканале «Культура». Теперь же по субботам, да? По субботам. 17:00. Владислав Лерковский у меня сегодня в гостях. А на связи с нами Константин из Тамбова. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я прошу прощения, я не услышал так ответа на второй вопрос. Но мне кажется, что это самая интересная была выставка в эти годы, это «Джоконда». Зацепила всех «Джоконда». Огромная-огромная была очередь, и в этой очереди было очень интересно стоять, слушать людей. Публика была необыкновенная в то время, и я нисколько не жалею, что провел, по-моему, 6 часов в такой очереди. И хочу выразить заодно восхищение вашим сегодняшним гостем. Огромное удовольствие видеть его и слышать на телеэкране. Мне нравятся его взгляды, политические взгляды и культурные взгляды также. Оставайтесь таким же прекрасным. Спасибо большое. Вы олицетворение всего лучшего, что есть на нашем телевидении, Владислав. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарен. Спасибо. Спасибо большое, правда, такие слова. Я, правда, не знаю, где свои политические взгляды высказывает сегодня Владислав. Они читаются между строк, нет? Не знаю. На канале «Культура» сложно, наверное, высказывать. Между строк читать? Между строк читать где угодно. Люди с хорошим зрением читают между строк.
Да, я шучу, конечно. Хотя, друзья мои, действительно читают между строк, я вот сейчас подумал, потому что Слава Владиславова записал для себя даже, потому что это важно. Наш канал, как одушевленное существо, имеет свою интонацию. И это правда. Интонация Владислава Перковского абсолютно соответствует тому каналу, про который мы говорим. Рассказывает нам о том, что человек сложнее, чем представитель левой или правой идеи. Пожалуй, здесь не прочитаем эту строк. Канал «Культура» рассказывает нам о том, что человек, по сути своей, сложнее, чем представители каких-то политических идей, левый или правый. Вот это ваши слова тоже. Поэтому между строк действительно. Сергей из Екатеринбурга. Сергей, добрый вечер. Доброй ночи добрый у вас уже. Добрый вечер. Добрый вечер. Владислав, я просто уже слышал ответы. Я просто хочу еще назвать одну выставку. Так. Это бульдозерная выставка, 74-й год. Я думаю, она тоже очень знаменитая. И ее многие помнят. Беляева. Ее многие помнят, но очереди там такой не было, как вот на ту выставку. Там была очередь из бульдозеров. Я, по-моему, там был всего-то, на самом, по-моему, один или два бульдозера, на самом деле. Но просто этот бульдозер превратился в символ давления, в символ крушения всего прогрессивного, вперед смотрящего и свободолюбивого бульдозера. Я назвал. Хотя там было много интересных работ, о которых стоило бы вспомнить. И какой-нибудь из названием этой работы назвать эту выставку. Нет, ее назвали «Бульдозерной». Ну да, вошла она в историю как «Бульдозерная выставка», которая... Автомобили снесли, которые, в общем, всю эту выставку сравняли с землей. А если говорить о свободе, вот только что вы сказали, вы родились в ссылке, я прочитал сегодня. Это так? Я родился, по сути, в ссылке. Просто так получилось, что когда мама была на сносях и подошел срок меня рожать, мы все бакинцы. Мама родилась в Баку, папа родился в Баку, моя старшая сестра родилась в Баку. Все бакинцы. И я должен был родиться в Баку. Но в это время бабушка, ее мама, мама моей мамы, находилась, так случилось, она находилась в городе Октябрьском, Башкирской ССР, где был в ссылке мой дед, который немец. И он был сослан в 41-м году со всеми немцами, со всеми эшелонами. Чудом остался жив. Он чудом не погиб там на этапах. Он работал в трудармии, он был в зоне, он был в ГУЛАГе. И после войны застрял за Уралом. И в городе Октябрьский доживал там какой-то срок. Ему предлагали возвращаться, но он не возвращался, потому что он тоже был бакинец. Но ему, как бывшему репрессированному, 58-й год, это уже был 20-й съезд, то есть реабилитация уже наступила. И он мог вернуться, но хотел вернуться в Баку. А бывшим репрессированным, при том, что их реабилитировали, запрещали, как известно, возвращаться в Москву, Петербург, и столица союзных республик. Категорически. Выбирайте любой город, который там близко или в любом другом конце земного шара. В смысле Советского Союза. Выбирайте. Он хотел в Баку вернуться. И он остался там. Бабушка поехала к нему. Мама, чтобы рожать к маме, поехала к маме, родила меня там, привезла в Баку. То есть вы там совсем и не жили, получается, да? Ну, я там жил 2 недели. 2 недели всего, поэтому родиной... По-моему, 2 или 3 недели, что-то такое. Родиной своей считаете, Баку, конечно. Да, и мама привезла в Баку на нашу родину общую, потому что мы все бакинцы. Ну, в Баку вы сколько? До 70-го года, 12 лет. 12 лет в Баку, потом в Москву. А потом Москва. Быстро освоили город большой, столицу? И стали говорить на московском языке? Ну, я подрастал... На русском-московском. Да, я же еще подрастал, то есть я еще был не сформирован. Я формировался... По всем, что называется, параметрам, по всем измерениям и в отношении к моему городу тоже. Оно как раз только вот вырабатывалось у меня. Отношение к Москве. Выговор был, у меня был акцент бакинский. А сейчас он уже иногда не возникает в некоторых ситуациях? Возникает. Когда разговариваю с бакинцами, с азербайджанцами, вот я брал интервью на прошлой неделе у Таира Таймуровича Салахова. Как только я начал с ним разговаривать, а он знал, что я бакинец, я знаю, что он... тут же перешли на какой-то такой, у нас тут же появилось какое-то... Я довольно долго не мог произнести «дже». Я не мог сказать «Азербайджан», «джем», «джаз». Долго. Я все время говорил «джем», «джаз», «Азербайджан». Это «джек». Еще много таких оттенков есть речевых русскоговорящих людей из Азербайджана. Вот я опять сказал «Азербайджан». Долго
сидят на кончике языка, от них не можешь избавиться. Но потом музыка московской речи очень быстро входила в меня. И когда я заканчивал школу, меня уже было не отличить от москвича. И по речи, и как угодно. Я могу предположить, могу ошибаться, вы меня поправите, что в вашей жизни есть много, наверное, красивых любимых городов, но выделить можно три. Это Баку, конечно, это Москва, Москва. И это Иерусалим. Иерусалим, да. Да? А Иерусалим и Баку очень похожи. Они по колориту похожи. Они серо-желтоватые, угу. Песочного цвета. Два города песочного цвета. Сколько вы провели в Иерусалиме? 3 года я жил и работал как СОПКОР программы «Вести» с 93 по 96 год. Самое интересное время. Как только я туда приехал, начались взрывы. Да, это теракты были бесконечны просто. Шахиды, которые с поясом шахида. Угу. Сейчас всем, наверное, уже кажется, что это было всегда и давно, и вообще неизвестно, когда началось. Нет, известно, это началось, я даже могу точно сказать, в октябре, число только не вспомню. Или в конце сентября, не, в октябре 93-го года. Угу. Вот первый шахид с поясом взорвал себя то ли в торговом центре, то ли в автобусе. И пошло-поехало. А я только начал тогда работать. Это были шахиды. Это, кстати, изобретение шейха Ахмеда Ясина. Слепой шейх его называли. Угу. Это он придумал, что человек должен надеть на себя взрывчатку и взорвать себя со всеми, с врагами. То есть попали туда в совсем шейх время Ахмед небезопасное, Ясин. Мягко говоря, да? Да, вот эти вот 3 года. Это был такой очень яркий период моей журналистской жизни, был один из самых ярких периодов. Причем попали на Ближний Восток, и не имея специального востоковедческой подготовки, вы где-то признаетесь, и очень сожалеете об этом. Нет. Начинали мне с нуля. Трудно было без нее. Конечно, мне было трудно. Никакой специальной действительно подготовки. Я не был международником. Угу. Я говорил только по-английски, да и то не блестяще. Не знал ни арабского, ни иврита. А надо было ехать. Как-то сочли этот недостаток несущественным, мои руководители, и все-таки меня туда отправили. И спасибо им за это большое. И Анатолию Григорьевичу Лысенко, и Олегу Максимовичу Попцову, которые тогда возглавляли ВГТРК. Это они меня туда отправили. Вы сегодня уже произнесли спасибо в адрес другого выдающегося телевизионного деятеля Эдуарда Сагалаева. Некоторое время назад это, ну, наверное, крестный отец на телевидении. Да, вроде того, потому что, да, это человек с государственным служащим, государственного телевидения, меня сделал Эдуард Михайлович. Вне штата я работал без его участия. Меня взяли, как я уже упомянул, еще 2 человека. Кира Прошутинская и Анатолий Малкин. Они меня взяли. Я работал нештатно. А Сагалаев сказал, вот подойдет срок, вот там есть такое одно обстоятельство, которое надо преодолеть, и я тебя возьму в штат. И он сдержал слово. Я сначала тебе смогу платить 80 рублей. Олеся Фокина, мы ее отправили на, говорит он, мы ее отправили на высшие режиссерские курсы, у нее зарплата 180 рублей. 100 мы ей должны платить в качестве стипендии. Uh-huh. 80 рублей от нее остается. Ты согласен получать эти 80 рублей? Я говорю, конечно, согласен. Олеся Фокина мне, значит, пожертвовала свои 80 рублей. Эдуард Сагалаев мне их доплатил. И это была моя первая зарплата на телевидении. Он называл срок, и это случалось. Потом он называл опять какое-то обстоятельство, срок, и это случалось. Человек, который в моей жизни постоянно держал слово. Всегда. Тогда время предоставить слово Эдуарду Сагалаеву. Я некоторое время назад у него спросил в студии, каким он видит современное телевидение, каким он хотел бы его видеть на сегодняшний день, зная, конечно, мы с вами варимся внутри этого котла, знаем, какое оно на самом деле. Прежде чем он ответит, скажите, вам каким хотелось бы видеть телевидение сегодня? Хотелось бы видеть? Да. Ну, давайте помечтаем. Я хотел бы видеть телевидение более высокого достоинства. Я хотел бы видеть телевидение менее суетливым, как я сказал, не суетливым, не крикливым. Телевидение с большим достоинством и с широким взглядом на жизнь. Выйдем более из эфира через некоторое время, не успеем послушать Сагалаева. Давайте это сделаем сейчас, потом вернемся. Знаете, вот на самом деле оно очень разное. И не только канал «Культура», а и есть из чего выбирать. И когда меня спрашивают, вот одно дело вот оценивать, да, телевидение, ну, можно сказать, что оно оскорбительно тупое. Можно сказать, что в какой-то части оно там замечательное. Можно сказать еще что-то. Но когда меня спрашивают, что бы я хотел для нашего телевидения, я отвечаю так, что я бы хотел поменять пропорциями количество правды и количество пошлости. Uh-huh. То есть, чтобы... потому что правды очень мало на телевидении, а пошлости очень много. Вот если бы было пошлости мало, а правды много,
Вот тогда я был бы рад за наше телевидение. Угу. Просто давайте поменяем пропорции, ребята, ну давайте. И как бы это в какой-то степени зависит от тех, кто делает телевидение. Это в очень значительной степени зависит от того, кто руководит телевидением, идеологией в нашем государстве, вообще страной руководит. Дружеский шарж Владиславу Флерковскому посвящает Моника Котова из Ростова-на-Дону, наша телезрительница. Все журналисты ругают огульно. Можно ли новости делать культурно? Можно и нужно. Конечный расчет в том, что культура планету спасет. Спорт вызывает унылые чувства. Переключись на канал про искусство. Нервным с политинформацией стал? Переходи на культурный канал. Там тебя встретит приятный ведущий. В лучших театрах и выставках сущий. Всех успокоит и всех просветит. Чувство раздора культуре претит. Это вам. Спасибо. Владислав Флерковский был у меня сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Увидимся завтра, друзья мои, как обычно, в прямом эфире в 22 часа. До встречи. Счастливо.